Один человек чувствовал легкое недомогание и пошел к врачу провериться. Это даосская притча. Доктор его обследовал и сказал: у тебя, чувак, больная почка. И дальше даосы спрашивают: может ли человек вылечить больную почку? И отвечают они так: не может. Почему? А потому что его вера в больную почку создает его больную почку. До того, как он пошел к врачу, у него не было больной почки. У него просто было недомогание. У недомогания совсем другая природа. Но теперь, когда ему как-то не того, кто угодно может ему сказать любую хрень, и он начнет в ее верить. Это видео называется «Высокодуховная дрочь». Почему? Потому что я вижу огромное количество постов моих друзей, высокодуховных людей, которые искренне стремятся быть такими хорошими, духовными, добрыми, чистыми. И вот они постят всякую хрень про заблокированные чакры, про энергетических паразитов, про всяких там лярв, каких-то импланов. В общем, всякая жуть. Всякая жуть. Сами себя пугают. Причем, как правило, их энергии дальше, чем запостить что-то ужасное, дальше их энергия не идет. То есть они такие запостили, им кажется, что вроде должно полегчать. И теперь, когда вы верите в заблокированные чакры, в энергетических паразитов, в импланты, теперь все это есть у вас. Я вас поздравляю, и вам стоит с этим начать бороться. Но можете ли вы вылечить больную почку, которую вы делаете больной своими мыслями? Нет. У недомогания, ну и вообще чувство, что-то мне как-то не того, совсем другая природа. И все вот эти темы про паразитов, энергетических вампиров, импланты и заблокированные чакры, они нужны людям для того, чтобы отвлекаться и не смотреть туда, куда смотреть неприятно. На самом деле, недомогание, вот это ощущение дискомфорта, оно вызвано только одной простой штукой. У вас есть подавленные эмоции, заблокированные. Вы когда-то на кого-то обиделись сильно, вам что-то сделали. Скорее всего, это были родители. Как правило, это делают родители нам. Мы на них сильно очень обижаемся, расстраиваемся. Потом мы эти чувства блокируем, вытесняем. Это называется эмоциональная диссоциация. Потом нам как-то что-то не того, и мы бегаем, выискиваем всякую хрень про заблокированные чакры. Это всего лишь ваши иллюзии. Достаточно реально пойти в глубину, в свои чувства, перепрожить вот эти эмоции, и вам станет того навсегда. Счастливо и привет чакрам!